преддверии 75-летия Великой Победы ветеранов войны по всей стране награждают юбилейными медалями. В Чебоксарах в числе первых ее вручили Идрису Вахатовичу Файзуллину. В гостях у ветерана побывала наша съемочная группа. Идрис Вахатович по жизни энергичный и очень творческий человек. Возраст ему не помеха. Рассказывает, что на фронт попал совсем мальчишкой. Прошел ускоренное обучение на стрелка-радиста и сразу в бой. Точнее, в небо. На его счету 52 боевых вылета на легендарном Ил-2. Я от природы, что ли. Я не боялся летать. Пилоты с удовольствием меня брали на полет. Вот, говорит, татарчонок у меня хороший, говорит. Хвалили. Кто сказал, что надо бросить песню на войне? Цитирует нам ветеран слова из своего любимого фильма «В бой идут одни старики». Очень уж похоже поющая эскадрилья на его родной полк. Сядь-ка рядом, что-то мне не спится. Вчера в бою я друга потерял. Идрис Вахатович говорит, что музыка всегда присутствует в его жизни. И неважно, каким делом приходилось ему заниматься. На фронте однополчане научили его нотной грамоте. Сегодня он почти не слышит и очень плохо видит. Но, как и много лет назад, пальцы все так же резво бегут по струнам мандолины. Богдана Дойникова, Бахтияр Велиев, Республика.